Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе шестикомнатную квартирку с видом на море, на горы, с огромной террасой. Быстренько сниму инфраструктуру. Расстояние от моего места до моря 200 метров. Рядом Барбаросса 50 метров и 150 до моря. Так вот, здесь у нас присутствует бассейн. Айдат у проекта 150 лир. Генератор, открытая парковка. И беседочка такая с зоной барбекю. Вот наше здание. Проект был сдан в 2015 году. Проекту 6 лет. Так, здесь вот такая площадка. Там вход. С левой стороны улица Барбаросса. Вместимо 4-5 человек. Поднимемся на крайний этаж. 8. Поднялись на 8 этаж. Вот такой коридор. Пожарная лестница. Есть лесенка. Скажу, что проект находится почти в эпицентре Махмутлара, как бы близко ко всем местам, инфраструктура рядом, магазины, рестораны и тому подобное. Вот такая квартира, вот такая прихожая. Квартира продается пустая, без мебели и бытовой техники. Вот такой коридор, продолжение прихожей. Здесь шкаф, под лестницу у нас как бы кладовка. Здесь отдельная кухня. Вот такая отдельная кухня, очень просторная. Про технику уже говорить не буду, так как она продается пустой. Но я думаю, что можно будет обсудить хозяину квартиры о бытовой технике и о мебели. Просторная кухня, дорогие зрители. Здесь у нас балкон этого этажа. Вот такой вид. Солнце в глаза бьет. Вот, видит море. Видит соседние здания, горы. Вот такой балкон. Сейчас мы войдем в гостиную комнату первого этажа. Такая гостиная комната. Просторная. Вот. Здесь также есть выход на балкон с двух сторон. Кто как хочет, может пользоваться. Здесь у нас первая спальня. Такая вот спальня, тоже с выходом на балкон. Идемте дальше. Не квартира, а лабиринт. Еще детская спальня, где-то 10 квадратных метров. И здесь у нас выход на такой маленький балкон, вид на горы и на соседние здания. Здесь у нас санузел. Такой санузел, общем, вентилятор будет. Такая душевая кабинка. Здесь у нас хозяйская спальня. Здесь у нас санузел хозяйской спальни.
И тот балкон, который я снял с твоей спальни. С двух балконов есть выход. Один оттуда, один отсюда. Вот такой вид. Значит, два санузла на первом этаже. Три спальни на первом этаже. Одна гостиная и отдельная кухня. И еще два балкона. Один просторный, один маленький. Теперь поднимемся на верхний этаж. Тут мраморные лесенки. Начнем с левой стороны. Здесь такая вот спальня просторная, высокие потолки. Ламинат уже установлен. Потолки ровные. У некоторых дуплексов они бывают под углом. Мансард или там, смотря какая изоляция. И вот такая у нас душевая кабинка и санузел сам. С окошком на террасу. Да. И одна спальня у нас тут как бы. На верхнем этаже две спальни и два санузла. Сейчас покажу второй санузел. Высокие потолки, наверное, 3 метра, 2,90 или 3. Вот наш второй санузел верхнего этажа. Просторная система комби в этой квартире. Наверное, комби они оставят. Все обсуждается с хозяином квартиры. Теперь самое главное, выйдем на террасу, чтобы я вам показал весь вид террасы. Террас начинается оттуда. Тут у них отдельная комната такая. Хозяин сделал как склад. А вы можете из этой комнаты что-то придумать, сделать. Как бы фитнес, там аэробика и там подобное. Сейчас не могу придумать, что можно из этой комнаты сделать. Там 8-10 квадратных метров между ними. Так, начну с этой стороны. Вид на горы, на соседнее здание. Кого интересует, вот я снимал тут недавно квартиру, 3 плюс 1, обращайтесь. Вот такая терраса, идем вперед. Сами оцените, не люблю много разговаривать. Такая огромная терраса, идемте дальше. Вот до сюда, выход с этой спальни и с той спальни. Вот море. Смотрим, сосед там что придумал. Вот сосед, короче, туда деревья, туда что-то посадил. Требуется ремонт у квартиры. Где-то у вас выйдет 300 евро на ремонт. Вид уже увидели на нижнем этаже. Также тут вот такая красота. Вернусь я в спальню. Хочу подвести итог о этой квартире. Квартира продается у дороги Барбаросса. Расстояние до этой дороги 50 метров, до моря 150 метров. В общем, 200 метров расстояние до моря. Проект был сдан в 2015 году. Продается без мебели и бытовой техники, но если что, можно обсудить насчет этого. Так, двухэтажная квартира. Цена этой квартиры 123 тысяч евро. Обращайтесь по номеру, который указан в профиле и в описании. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, комментируйте, подписывайтесь, если все еще не подписались, ставьте лайки. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.